прошло круто. Дети очень рады. Это новый вид спорта, как бы это уже большой плюс, что вот они знают, что такое хоккей, как бы они играют, развиваются. Как... Я думаю, это все очень интересно. Одели меня, конечно, очень красиво. Все сначала одели как защиту, потом одели уже на нормальную форму. Короче, пришлось полностью переодеваться, переобуваться. Все, честно говоря, произошло очень неожиданно. То, что нас всех сюда позвали, то, что к нам в школу приехали. Честно говоря, внутри все так кипит. Но в целом было очень интересно, очень весело. Нам все понравилось. Очень похоже на сноубордическую форму. Вот прям очень. Я занимаюсь сноубордом, сноубордингом, и как у меня, в принципе, почти то же самое все есть. Ну, интересно и смешно, такое приятное. Это конкурс, который сближает с одноклассниками. Я ходил на матчи, то есть по телевизору смотрел. Игра очень интересная, но в то же время она достаточно опасная и такая немного ожесточенная, можно сказать. Потому что часто бывают стычки между двумя командами. Каждый кто-то чем-то недоволен. Но игра очень интересная и увлекательная.